время 5 часов было, с 3 до 5 я отдыхаю, и в 5 часов, в 6 часов, минут 15 я встала, туман везде, думаю, что такое, потом град пошел, я вижу дождь, и все летит, шифера увидела из окна, вот сзади, вот с кухни, смотрела, и летит шифер, вот здесь вот разбилась в клочке, я собрала, это отвезла, и вот целое, что осталось, вот я собрала ее, а это клочки все убрала отсюда. Был представитель акимата, да? Да, да, да. Вы вообще надеетесь на помощь? Нет. Почему? Не надеюсь. Не знаю, не надеюсь. Сами будете восстанавливать. Какие действия вообще дальше? Ну, я буду просить помощи. Вот сейчас приедет комиссия. Если будет помощь, будет, нет, значит, идет само. Ущерб примерно во сколько оцениваете здесь? Наверное, 150, где-то так, может, 200. Мне же кирпичи надо докупить и цемент. За работу. Ну, вечером внезапно налетела буря, и у нас деревья здесь очень старые, поэтому был такой ураган силы, что у нас вот здесь вот дерево, вот такой корень большой, огромный, вывернуло его, и все дерево упало на здание. Вчера у нас более-менее стекла остались. Здесь камера ведет наблюдение, снесло у нас. Крышу покрыло, крылечко. Это детская площадка пострадала частично, не полностью, конечно, но пострадало очень много. Мусора было много, летело все в разные стороны. Что комиссия говорит? Ой, замаки. Мы звонили вечером, звонили МЧС, вот, звонили нашему начальству в районе Софиулина. Вчера они приезжали, все было осмотрено, было заснято на видео, отправлено в Аким. В Акимат, Акимат нам сказал... Нужно ехать добиваться, значит, метеосводку, что именно в нашем районе была буря, ураган. Вот если подтвердится, значит, что у нас был ветер силы свыше 25 метров в секунду, то, значит, мы какую-то компенсацию можем получить. Если нет, мы остаемся ни с чем.